Добрый день, дорогие друзья! Коротко о погоде. Сегодня у нас 25 марта. На улице жара. Google показывает плюс 17. Мой термометр показывает плюс 24. Ну, это на солнышке. В общем, тепло. Второй день работаем на улице. Занимаемся огородными делами. Вот посмотрите, уже у меня жабник расцвел, но здесь тенечек, он сильно не раскрывается, покажу вам в другом месте. А здесь смотрите вообще, как красиво цветет желтый цветок. Жабник, мы его так называем. Здесь у меня царская корона вылезла, видите? Там еще вот царская корона, тюльпанов очень много. Юка моя красавица растет. Здесь у меня вот один крокус появился, подснежник. Подснежников у меня мало, они как-то не разрастаются. Здесь уже, вот смотрите, видно, появились росточки пионов. Тюльпаны поподнимались, листья нарциссов. Здесь вот еще такая вот красота, видите? Природа проснулась. Смотрите, на сирене уже как почки распускаются, набухают, прям уже зеленые листочки проглядывают. В субботу было прохладно еще, пасмурно, а в воскресенье, в понедельник выглянуло солнышко, и вот как сильно потеплело. И здесь вот смотрите, какие тюльпаны уже, шикарные листья. Вообще красота такая, на клумбе скоро будет, все зацветет. Здесь вот петрушка прошлогодняя, зелененькая стоит. Посеяла еще свежую петрушку. Это в столбы уйдет, я ее срежу, а новая будет давать урожай. Чеснок вот там растет. Здесь у меня тоже много тюльпанов, нарциссов, лилейники. Все повсходило, скоро будет радовать своей красотой. Я сейчас в отпуске, сын на каникулах. Хотим поехать отдохнуть в горы. Какое-то время я не смогу отвечать на ваши комментарии. Прошу вас поддержать мой канал лайками, комментариями. По приезду всем отвечу. Хорошо в деревне у бабушки, да? Курочек можно покормить. Давай, давай, бросай. Ну конечно, ты же их кормишь. Не будут они тебя бояться. Красивые такие. Они за тобой бегают. Развлечение, да? Петя, Петя. Петя, Петя, вот, смотри. Петя, кукуш. Петя, кукуш. Воруют там. Воруют. Воришки. Корми, бросаем побольше. Ты прям кучку кинь. Вот, видишь? Все, кушайте, кушайте, кушайте. А что будет горько?